На этих кадрах последствия аварии. К моменту приезда нашей съемочной группы водителя уже увезла скорая. В настоящий момент он принят, обследован, госпитализирован. Общее самочувствие пациента удовлетворительное. Известно, что маршрутное такси двигалось по Минскому шоссе в сторону улицы Еловики. В какой-то момент внимание 35-летнего водителя рассеялось. Он потерял способность управлять транспортным средством. Вылетел на встречную полосу движения, ударился о световую опору, рекламный щит и врезался в дерево. 13 июля ориентировочно в 12:05 водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, совершил дорожно-транспортное происшествие. По факту ДТП проводится проверка. По неподтвержденной информации, водитель маршрутки получил черепно-мозговую травму. Еще одно ДТП произошло на перекрестке Октябрьской и Пролетарской. Не разъехались автомобиль Toyota и Renault. В результате столкновения оба получили механические повреждения. Ведется проверка. ГАИ рекомендует водителям тщательно следить за своим состоянием в жару. Если вы почувствовали усталость, недомогание, головокружение, вялость и сонливость, лучше не садиться за руль. Елена Кутузова, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.